Качели, карусели, лестницы. Летом ребятня из 4 многоэтажек на Студенческой в родном дворе чувствует себя привольно. Здесь и площадка для юных баскетболистов, и песчаное поле для любителей погонять футбол. Впрочем, все эти радости с наступлением зимы заканчиваются. Даже деревянную хоккейную коробку, ровесницу 30-летних домов, несколько лет назад снесли, потому как пришла в негодность. Теперь, когда мальчишкам хочется поиграть в хоккей или просто покататься на коньках, приходится искать варианты. Мы любим ходить на Олимпик. Там мы катаемся на коньках, играем в хоккей. Иногда мы идем на школу 28-ю, там иногда заливают воду, и мы катаемся на коньках. Давняя мечта о новой хоккейной коробке и заставила жителей дома на Студенческой 45 действовать. Перед Новым годом они подали заявку на участие в городском конкурсе на лучшее оформление двора и завоевали первое место, а еще право выбрать подарок по душе. Мы здесь украсили, елку поставили, выпилили олени, поучаствовали, заняли первое место. И с этим мы решили, что, наверное, скорее всего, нам актуальнее нужна хоккейная коробка, так как у нас площадь большая, и нам для всех дворов она была бы нужна очень сильно. Хоккейная коробка площадью 312 квадратных метров обошлась городскому бюджету в 1 миллион 360 тысяч рублей. Сейчас в мэрии готовят документы к аукциону, чтобы определить подрядчика, который займется ее доставкой и установкой. Документы конкурсные уже практически завершены. Сейчас вот будет готов пакет документов для конкурса. И мы уже рассчитали, то есть мы к октябрю должны уже ее не просто получить, но и установить. Поэтому сезон этого года дети этих дворов могут открывать уже на коньках. Обязательства по заливке катка и его содержанию на себя возьмет управляющая компания. Местным жителям об этом еще предстоит договориться. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».